Как и обещал, разливаю пиво. Вот разлил тут 4 бутылочки. Давайте я вам покажу, как это происходит. Наполнили бутылку давлением. Открыли кран подачи пива. Пиво наполняется в бутыль. Снизу баллон. Давит, соответственно, сверху через шпунт аппарат, давит вниз. Пиво у меня... Так, давайте откроем дренажный кран, чтобы... продолжить наполнение бутыли. Пиво холодное, 2 градуса сейчас в нем. Ну, когда начинал, было плюс 1. Оно еще замороженное было. Ну, на ютубе посмотрите, я об этом подробно расскажу. Вот, так, в целом процесс движется. Пиво льется. Вкусное. Я дегустирую.